Ну как что? Штаны сегодня, вот эта хэбэшечка облегающая. Понимаете, трусишки, носочки, футболочки. Ах, кровоснабжение прекрасное. Понимаете, идешь, радуешься жизни. Радуешься жизни самой. Радуешься вместе с тобой. Поэтому нет, все всегда меня ждут, девчонки, в универмаге. Я прихожу и всем дарю радость. А скидок по-прежнему нет. Приходится покупать задорого. Я как человек, поддерживающий российский спорт, белорусский спорт и украинский спорт, и культуру этих прекрасных стран, конечно, являюсь посланником мира, счастья. Тем более, что завтра я улетаю в Токио, где буду по-прежнему болеть за Россию, за Беларусь, за Украину. Потому что это прекрасно, понимаете? Спорт объединяет, физическая культура – это часть культуры, а славянский базар, ну, это посмотрите. Вот все они мои сподвижники. –